катаюсь на маты и моточасы. Пока только перетянул, сделал перетяжку. Единственный из переделок, перенес аккумулятор сюда. Стоял он здесь, но в этом месте будет стоять генератор с приводом от одного ремня, который есть. Ну, такой более длинный поставится. Сделал противовес из 200-й трубы, залитой бетоном. Тут вот в процессе почвофреза, вот жду токарку. Поддавал токарю валы, чтобы пробил шпонпазы. Это из Харькова идет шлицевая втулка для валотвора мощности. Ну, как-то так. На этом пока все.